Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтен, и добро пожаловать на новенькую серию по нашей деревушечке. Не забывайте подготавливать всякие вкусняшки и приятного просмотра. Thank you.
words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like our purpose shows. I wanna know who you are. This what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle. Стройка, конечно, идет не спеша, но чтобы увеличить его скорость, помимо опыта, для него нужно сделать еще апгрейд его же сооружения. И я вот ненароком заскочил посмотреть, какие ресурсы потребуются для улучшения его здания до второго уровня. Ну и пошел собирать недостающие ресурсы. Даже пробежав вокруг хотя бы своей локации, нашел только андезит, гранит и диорит пока еще не нашел. Надо будет побегать по миру, поискать. Новый день наступил, разумеется. И еще самое трудное – это сделать разметку. Разметку под дорогу. И вот тут граница дома уже ни туда, ни сюда. Поэтому надо будет переставить. Это однозначно. Ну вот здесь у меня пойдет улица. Толщины сейчас должно хватать. Да. Но вот дом ни туда, ни сюда. Вот этот курьер. Надо его тоже переставить, только вот в какое место, как бы это лучше организовать. Может, вместо этой курицы. Ну, тут еще дорог нету, тоже непонятно. Центральную улицу бы тоже продлить, было бы тоже неплохо. Блин, но дом... Хоть не я его строил, но он мешается реально. Центральная улица не дает просто пройти. Придется его разбирать.
Ну все, ожидаем. Пусть сноса здания, просто потом переставим в другое место. Жалко, что не нашел я кнопочки, чтобы переставить дом. Но тут, видите, придется разобрать, а потом собрать в новом месте. Башенка-то у нас почти готова. Первый наш будет защитник здесь жить. Главное не лениться и вот просто красиво все облагораживать, стараться как-то сделать все цивильненько. Я аж перфекционист и пытаюсь за всем следить. Ну и надеюсь, что все-таки по итогу у нас получится красивая, хорошая, большая деревня. Ну что ж, надо будет найти нам какую-нибудь дорогу. Дорогу центральную, большую, двухполосную, разумеется. И от нее будем уже отталкиваться в дальнейшем строительстве. Так что давайте найдем что-нибудь такое. Ну вот, например, как вот эта дорожечка. Ну а что, нормально? Смотрится довольно-таки неплохо. И вот, когда дом снесут нам впереди, то можем еще продолжить. Ох, будет шикарно. Поначалу, конечно, строитель-то у меня слабенький. Мне кажется, надо будет помочь ему и прочистить, так сказать, всю территорию для строительства дороги. Также еще попутно, собираясь в эту сторону, я развиваться. И тут тоже нужно наводить порядок, сносить вот этот весь грунт, делать дорожки, ступеньки. А вот высота, на какую ориентироваться, буду вот по этому бассейну я отталкиваться от него. Ага, понял. Ну погнали, значит. Примерно по этой высоте сейчас я буду отталкиваться. Так, не то. Еще чуть ниже. О, вот она, высота, по которой мы будем с вами строиться. И вот тут где-то нужно будет сделать подъем. Как бы он, интересно было бы, ну как бы он выглядел бы. И дорожку. Ну тут, видите, все тут завалено некрасиво, но ничего, ничего страшного. Я сделаю все как нужно. Начнем просто вначале с лестницы. Небольшой, но полезный. Смотрится-то миленько. Только, конечно, доски и земля. Ну, сейчас поменяю. Главное, что уровень нужный. И прямо ровно в дорожечку. А вот это подходящее. Эх, сколько камня придется на это все дело потратить. Ужас. Ну, главное сейчас раскидать задачи. Да, на строительство не зданий, но зато проходов. Чтобы и я нормально бегал, и жители нормально бегали. А все остальное подождет еще, однозначно. В эту бы сторону тоже что-нибудь придумать. Продлить дорогу. Ну, тут, видите, уже граница, вот не знаю. Как бы можно то продлить, но, наверное, попозже. Сейчас, тут, видите, пока в границе, она не позволит мне дальше пройти. Возможно, какие-нибудь сторожевые башни эту границу расширят. Ну, или какие-нибудь улучшения. Ну, узнаем. Кстати, неплохое место. Можно было бы тоже вниз, знаете, так спуститься. Ну, лестницу вниз сделать. И там тоже облагораживать территорию. Ну, а что? Местность более-менее такая ровная, интересная. Причем выход к воде. Где бы тогда тут дорожку можно было бы для этого сделать? Вдоль этого здания вот здесь. Так, идем. И вот здесь спуск. Или все-таки вот тут спуск. Или тут? Или тут боковой спуск?
Надо будет обдумать еще этот моментик. Но примерно, знаете, так в голове держу, и то уже хорошо. Очередь до сноса, конечно, еще пока не скоро дойдет. Там сейчас у него лестница, что-то еще. О-о-о! Да, башня готова. Шикарно. Ну вот, наймем единственного рабочего. Но место сейчас освободилось. И по идее должен, может прийти новый. Хотя, места койки-то нету. Я же, блин, не построил дома. То есть они... Ага, начал. Я говорю, то, что это... Он еще... Ну, новый не придет, мне кажется, потому что не хватает места, где будут спать. Хотя нет, должен пополниться. Мне кажется, минимум 4 должно быть, несмотря на то, есть ли где им спать или нет. Возьму, конечно, вот оружие и броню хоть какую-то, что я сейчас насобирал. Жителю, точнее, воину нашему это однозначно поможет. Ну-ка, а как интересно это чинится? Ну, через кожу нет. А если соединить две каски? О! О! Прям то, что нужно. Так. Ну, хотя бы одна, но целая зато будет каска. Шлем. Шлем, да. Шлем. Жалко, кожи мало. Не докрафчу еще. Ну, ладно. Будет сходить с деревянным. Я не знаю, на первом уровне он будет... Ну, он, наверное, каменный не сможет одевать. На себе меч. Ну, хотя бы деревянный. Ну, а каменный сразу закину на будущее, когда будет апдейт второй здания. Чтобы хотя бы с каменным уже ходил потом. А вот они нашего выбрасывателя. Е-мое, курьер отнес их все, чтобы были лишние. Зараза. Он, интересно, думает, пришел на снос. Я почему думал, что не сразу он будет сносить, но он пришел сейчас на снос. Что там стоит и смотрит, непонятно. Так, а для апдейта второго уровня, это хорошо иметь второй уровень строителя, но тут видите, сколько материалов. У меня не все есть из этого. Надо бы. Походить, поискать, где это можно найти. Белые куски и красные. Ну, тут зима тоже не видно. Вот тут, может быть. Ну, опять же, надо отправиться на поиск и искать. Ну что ж, я пошел на поиски. В этот раз уже будет без быстрых перемоток, как я бегаю. Если что-то найду, я обязательно включусь и покажу вам. Какие хорошие, знаете, находки. В это здание точно не пойду, потому что там все в броне ходят, какие-то невидимые ведьмы, и 100% там еще их больше и больше. А вот в деревушечку какую-то новенькую можно будет зайти.
Надеюсь, там живые все люди. Они очередные... Как его? Зомби. Милота. Там зомби опять вижу по карте. Видимо, слизняки. Вау. Красиво. Ну и после странствия решил разгрузиться, конечно же, в первую очередь. После этого решил закинуть все нужные инструменты своим жителям и, конечно же, накормить их. Как же иначе? И прогулявшись всего лишь 2 метра, я нашел возле дома диорит. Вы представляете? Я его искал, капец. Хотя его тут совсем немножечко. Что, конечно, прискорбно. Надо искать хорошую жилу. После этого всего решил скопать всю старую дорогу. Хотя бы для начала скопать. После этого заменю ее на нормальную землю. Ну и переставить, разумеется, к курьерам. Напомню, что я тут планировал сделать дорожечку. Примерно это около 5 блоков. И нужно будет соблюсти все углы, чтобы аккуратненько дом выглядел. Поэтому, немного осмотрев его, двигаем сторону. Ну, разумеется, чтобы все было аккуратненько, ровненько. И смотрим, 3, 4, 5. Все отлично, должна сюда влезть дорога. Красиво будет выглядеть, когда достроим. Ну, поехали. Ну, а старые все раскопки
Ну, саму дорогу надо будет закрыть землей. Ну и, разумеется, снарядить нужно нашего охранника. Кстати, смотрите, каменный меч взяла. Это хорошо, значит, деревянный зря просто сделал. Осталось, конечно, броню ей еще накинуть. Ну и побольше, наверное, сделать все-таки каменных мечей, раз она ими пользуется. Сразу все закинул на склад, чтобы, если что, курьер бы подвозил другим нашим тоже охранникам. А броню сразу сейчас я ей одену. Так, где она? Вроде бы здесь живет. Ой, находится. Да, вот она. Держи хоть какую-то часть одежды. Хотя на полный комплект и скрафтить однозначно. Ну и как вы видите, здесь идет строительство лестницы. Той самой, которая будет вести к кратуше нашей. Ну и вот она уже достроилась. Только надо будет доделать ручками последний ярус. Ну, это не страшно, сделаю. На нас напали. Это заразы. Постоянно на нас нападает. Это уже какие? Третий, четвертый? Блин, я уже запутался. Ну, в общем... Эй! Охранник рядом стоит и даже не сражает. Какого черта? Помогай! Какой-то плохой охранник. Ей-богу. Даже не видит, что меня обижают. Ну что ж, теперь перекусим. И нужно посмотреть, каких компонентов не хватает для строительства, и закинуть это все нашему строителю. Красиво вроде как получилось. Потихонечку преобразовывается наше поселение. Это меня радует. Ну и на этой прекрасной ноте буду заканчивать серию. Так что не забывай про большой палец вверх, подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Ну а с вами был Милтон. И до скорой встречи. Всем пока.